зрители, гости. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, объявляется открытой. Дорогие ребята, вот и подошло время, когда вы выходите в взрослую, настоящую, реальную жизнь. Вы самостоятельны, вы много умеете. До сегодняшнего дня мы вас учили, да и все, мы учили. Теперь проверим и отпустим. Но когда вы полетите, я хочу пожелать, чтобы полет у вас был высокий, чтобы мысли и помыслы у вас были чистые, чтобы ставили вы задачи серьезные, и чтобы, если что, решили, то добивались. Вы закончили физмат-школу. Вы идете только вперед. Вам по плечу многое. Вы еще даже не представляете, что. Об этом доказывают наши выпускники. Поэтому в этой новой жизни помните, что вы настоящие физмат-школьники, что вы на физмат-школьники на всю жизнь, что вы единое братство, мы всегда друг другу помогаем и всегда побеждаем. С праздником! Ура! А сейчас разрешите предоставить слово ректору Новосибирского государственного университета, члену-корреспонденту Российской академии наук Михаилу Петровичу Федоруку. Дорогие ребята, родители, гости нашего праздника, уважаемые гости, преподаватели, воспитатели, вот и наступил очередной последний звонок для очередного выпуска физмат-школы. Это одновременно и грустный день, и радостный день, потому что наконец-то вы закончили школу. Как сказал Николай Иванович, вы вступаете во взрослую жизнь. И сейчас в значительной степени вам придется выбирать свой путь, свои поступки самостоятельно. И поверьте, это очень сложный выбор. Мы все когда-то делали выбор, и я желаю вам сделать успешный выбор, хотя жизнь не состоит только из побед. Она нелегкая вообще, говорят, штука, если жить по-настоящему, но вы должны делать правильные выводы, вы должны идти только вперед, для этого у вас все есть. Физмат-школа – структурное подразделение университета, и поверьте, университет много делал и делает для того, чтобы она могла нормально функционировать, чтобы вы были свободны от тех забот, которые есть и стоят перед нами. Ну, а грустом не надо, я не буду даже вас агитировать поступать.
Московский государственный университет для меня как ректора, как выпускника этого университета, очевидно, что это лучший университет России. Сами. Любовь может быть только взаимной, поэтому поступив, может быть, в другие вузы, уехав в другие города, вы очень скоро, может быть, не скоро, сами поймете, что так оно действительно и есть, но все ошибки, все поступки и все дела вы должны совершить самостоятельно, и вы должны извлечь из этого правильные уроки. Поэтому я вас поздравляю с этим светлым и радостным днем. Жалко, что это происходит не на улице, но погода обязательно вернется в Новосибирск. Я только что вернулся из Санкт-Петербурга, там плюс 25. Нашим основным преимуществом является действительно ваше братство. То, что у нас у всех есть физмат-школа, академгородок. И поверьте, это самое лучшее место в России и на Земле. С праздником вас, дорогие друзья! Дорогие ребята! А сейчас поздравления от руководителя потока 11-х годичных и 10-х годичных Владимира Валерьевича Петрова. Здравствуйте, уважаемые коллеги, ребята, уважаемые родители, дорогие выпускники. Как уже было сказано, поступил очередной рубеж, через который переходите. Как говорят, вы отправляетесь в свободное плавание, и обычно в свободном плавании желают что? Желают попутного ветра. Но я хочу вам сказать одну простую вещь. Независимо от того, кем вы дальше будете, не собираетесь стать физиками, медиками, химиками, математиками, там, биологами или социологами, вы все, я уверен, стремитесь стать образованными людьми. Одно из ключевых качеств образованного человека – это что? Это все подвергать критическому анализу и сомнению. Поэтому, когда вас несет куда-то попутный ветер, это комфортно, это расслабляет. Остановитесь, сделайте паузу и подумайте, может быть, вас просто несет и несет не туда. Поэтому я вам желаю на самом деле, чтобы на вашем пути были бури и ураганы, где вы понимаете, что все зависит не от внешних каких-то сил, а от вас лично. И я в вас верю, вы прорветесь. Удачи вам, выпускники! Сейчас поздравления от руководителя потока 9-х, 10-х, 3-годичных и 11-х, 1-годичных Михаила Юрьевича Афанасьева. Дорогие друзья, вот наступил для некоторых последний звонок. И в этот день, вы же, наверное, многие смотрите интервью с нами, недавно совсем вышел новый рейтинг школ. Вы знаете, в какой школе вы учитесь-то? Самый лучший. Закончить самую лучшую школу, это же всегда прекрасно, об этом всегда надо помнить. Я думаю, что вы это и будете делать. А все сложности, которые там вас впереди ждут, сейчас об этом не думайте. И я в заключение, вот вам небольшой 14-тище. Последний раз звенит звонок, и дождь нам не помеха, и лучшие школы, лучший зал желает вам успеха. И поздравления от руководителя потока 11-х двухгодичных классов УЗИ Габасовны Сулейманов. Дорогие любимые наши камышата, вот и закончился учебный год. Но тем не менее, я хочу напомнить, что этот год прошел очень плодотворно,
особенно для моего потока, поскольку они 2 года учились, участвовали во всех олимпиадах, турнирах и так далее. Но хочу отметить, что у нас есть знаменитые девушки, которые, несмотря на профильное наше обучение, добились успеха в гуманитарном первенстве Новосибирской области. Приглашаю команду девушек, капитан команды Десятниченко Серафима. Дорогие ребята, поздравления от Лаврентьевского союза ФМШа. Слово предоставляется выпускнику ФМШа Андрею Геннадьевичу Лавейко. Дорогие ФМШаты, мои друзья и коллеги, товарищи по союзу ФМШа, поручили мне сегодня выступить перед вами с поздравлением. Я, конечно, немножко волнуюсь. Вспоминаю тот момент, когда сам в школу выпускался в 1986 году. Действительно, новый этап перед вами стоит, интересный, такой вызовы амбициозные перед вами стоят. И много всего сложного. На этом пути, в первую очередь, я хотел бы вам пожелать успехов и удачи. Понятно, что успехи и удачи не приходят сами с собой, то есть они приходят на хорошо подготовленную почву. А для этого надо соответствовать ряду условий и вложить много труда. А также большим и важным фактором для достижения успехов, на самом деле, в нашем, да и в любом другом обществе, является помощь людей, на которых вы можете опереться, которые из одного с вами корня выросли, одним менталитетом располагают, и вы можете всегда быстро понять, договориться. И вот таких людей как раз и объединяет, я думаю, дальше и больше будет объединять наше ФМШатское братство, союз ФМШа. Поэтому, чтобы у вас по жизни было все хорошо, чтобы всякие вопросы решались, когда нужно было собирать команду своего проекта, когда надо будет интересных людей находить, у которых можно будет где-то проконсультироваться, где-то опереться, или там нормальных начальников, вы всегда смотрите, человек заканчивал ли наш университет, заканчивал ли физмат-школу. Жил ли в академгородке, да? Если это так, то это свои люди. И свои люди, на них всегда можно опереться. Поэтому я вас поздравляю от души с началом этого нового этапа. Желаю вам сейчас хорошо сдать экзамены, потом начать новую светлую дорогу и всегда помнить о том, что у вас в жизни был этот замечательный момент, когда вы жили здесь, учились здесь. И пусть это чувство, оно вас не покидает. И чтобы его укрепить, обращайтесь к нам в Союз ФМШ, вступайте, поддерживайте связи. И давайте будем вместе двигаться по жизни и вместе решать те проблемы, которые возникают. Я вас поздравляю от лица всех выпускников, всех поколений и всех. С последним звонком, дорогие ФМШаты. Ура! Кафедры физического воспитания предоставляется Виктору Анатольевичу Сирошеву. Всех поздравляю с окончанием. Желаю всего самого хорошего. А сейчас хочу пригласить на сцену физоргов 11-4 класса. Это оказался самый спортивный класс. И вот этот кубок замечательный. Я хочу вручить. Всем здоровья и удачи.
А теперь разрешите предоставить слово от родителей Анне Петровне Слобожаниной. Поклон до земли. Оторван от дома, отцов и дедов. Приехал я в Сумс, мне дали здесь кров. Я счастлив был грызть науки грани. Уверен, что в будущее путь мне открыт. Быть может, первый звонок позабыт, последний моей благодарностью к школе звенит. Спасибо, учитель, спасибо, судьба, что нитью своей меня в Сумс привела. Ты мне подарил испытания и смех, веселую дружбу, командный успех. Я много узнал, я много открыл, и я не ученье с учением сравнил. И пусть торжественно звеня исполнятся мои душевные слова. Любимый Сумс, учителя, здоровья вам, успеха и добра. Спасибо. Литературно-музыкальная композиция, посвященная выпуску 2018. Загадка. С креативом все в порядке. Здесь никогда не унывают, по крышам лазить успевают. В 10 классе, начав учебу заново, не ищите встреч с дядей Пашей Лобановым. Надо нам сказать слова про ребят из 9-2. Биология – наука, но для класса это скука. Они всем классом засыпают, хоть баймак и уважают. Да и Шмаков Михаил с химией перемутрил. В общем, дети отдыхают, двери рукой разбивают. Девять три класс – креативный, гипершумный, реактивный. Он в делах во всех активный и в проектах перспективный. Ваши детские приколы – головная боль для школы. Класс 11-1, третий выпуск трехгодичный. Вас немного, это верно, зато учитесь отлично. На таланты вы богаты, отличаетесь всегда. В классе 7 стипендиатов, каждый лично здесь звезда. А уборку на пятерке сделать так и не смогли. Часто спор на эту тему с воспитателем вели. А в 11-2 все дружные ребята. У них девчонки, как сестренки, и парни, все как братья. У них отличников не сыщешь, и днем с огнем, наверное. Зато 11-2 всегда в уборке первый. Там Настя с Машей танцевали, и пел Семен на радость всем. А развеселые трикошки у них играли в КВН. Повышай инженеров родоначальников.
За 2 года так и не узнали, чем заниматься должны. В учителях у вас академик почетный. Физ-физ хромой, это просто зачетно. В грязном блоке живет, и только в этом ваш класс отстает. А так все в норме, куда ни смотри, инженерный класс 11-3. Руки выше, плечи шире, класс 11-4. Самые спортивные, в жизни перспективные, к знаниям стремятся рады, не страшны им все преграды. Даже двери с косяка выбивают с полпинка. От ЕГЭ не отставать, сплошь талантами богаты. Класс 11-5. Волонтеры, активисты, музыканты, вокалисты. И танцуют, и поют, ФМШ законы чтут. И в науке есть успехи, и с учебой в ладах. А наградою за это одобрение в пирогах. 11-6, класс компромисс, стипендиатка и я по химбио-классе. Есть вице-мистер и пара мисс, и много редких имен в общей массе. Их жизнь нельзя назвать рутинной, нудной. Здесь в норме все, куда бы мы ни смотрели. И засыпает класс после учебы трудной под звуки маленьких гитарок, укулеле. Класс 11-7, друг за друговой горой. Говорим мы все как есть, место в сердце не счесть. За зарядку почти все десятки, и с уборкой почти все в порядке. Ежедневно мы 5-й этаж покоряли, и полдники вечно дежурным отдавали. Класс 8-й, весьма хороший, очень легкий на подъем. На другие не похожий, и кулькульем, и кумком. Не пугает жизнь сложность, им на все хватает сил. На дежурство выйти можно, если год как не ходил. Класс одногодичный, с биологией и химией все просто отлично, но и математика для вас не слишком сурова, ведь преподают ее вам Липунов и Трепакова. Одиннадцать десять, не обратный отчет, а наоборот, движение вперед, зарядка на 10, а не суперход, везде успевают, физмат, одногод. Класс 4 единицы. В этом классе всех навалов, инженеров, неформалов. В каждом деле хорошо. Не страшна вам и каши. Вы 15 из двоичных. ЕГЭ сдавайте на отлично. Проходит стремительно время. Пора нам закончить рассказ. Дерзай, камышатское племя. Успехов больших. Добрый час. На пороге большую жизнь, милый друг, тихо обернулся.
приветствие от учащихся второго класса 83-й школы. Мы науку уважаем, это ясно и без слов. От души мы поздравляем ФМШ выпускников. Очень рада видеть вас на линейке в этот час. ФМШ народ нехилый, это видно по всему. Ценят юмор, дружбу, силу, но встречают по уму. Потепление настало, вот Антарктиде тает лед. ФМШ почти канавы, люди в шлепанцах весь год. Все друг другу помогают, микроклимат здесь такой. По утрам оценки ставят за подъем и за отбой. Хоть запутать поворот, но учиться весело. И всего 2 раза в год наступает сессия. Но не стоит хмурить брови, не печать, не учись. Напрягай и ум, и волю, и как следует учись. ФМШ талантов много, сразу и не сосчитать. И в учебе, и в работе будем с вас пример мы брать. Мы серьезные ребята, никогда не подведем. ФМШ... Серьезные ребята, никогда не подведем. ФМШ придем на смену, лишь немного подрастем. Помните, и вы когда-то поступили в первый класс. Были младшие ребята, вот такие нынче нас. А теперь мы прямо как с картинки. Посмотрите на себя со стороны. Самых первого размера вам ботинки. Костюмы дяди Стёпе не нужны. Уж тепло в поля пришло, даль в тумане тает, а курит нехорошо. Страх предупреждает. Что ж, придется потрудиться, чтобы жизнь прошла не зря и могла бы не гордиться ФМШ-ская семья. Говорят, что ФМШ-то очень умные ребята. Как бы мне хотелось тоже быть на вас чуть-чуть похожи. Сохрани друзей хороших, не забудь и этот день, и все то, что в школе прожил, хоть порой мешала лень. Что хотели, рассказали, чтобы вас развлечь чуть-чуть. Обойдемся без морали, просто скажем: добрый путь! Слушать лекцию Кристалла, может быть, он вам поможет. Слушай папу, слушай маму и учительницу тоже. И тогда одни пятерки точно будут в дневнике, и его не надо папе проверять с ремнем в руке. Школы не забыть чудесно, где встречаешь каждый день. Научиться, если честно, иногда бывало лень. На последний ваш урок прозвенит сейчас звонок. Вам желает второй класс. Добрый путь, добрый час! Пусть же крепнет на века российская держава. Слава мощной ФМШ! ФМШ там слава! Ответное слово выпускникам. Шехман Софья, 11-1. Или Арман, 11-10. Здравствуйте. Этот день для нас с Арманом, как и для всех выпускников, особенный. Ведь именно сегодня прозвенит наш последний школьный звонок.
этой замечательной школе тут проучимся 2-3, а может и всего 1 год. Но это замечательное время вспомнится нам не только полными радости и улыбок моментами, но и трудностями и неудачами, которые не покидали нас на протяжении всего учебного года. И сейчас от лица всех выпускников мы хотим выразить огромную благодарность за поддержку, за позитивные эмоции, в принципе, за то, что сделали эти годы такими насыщенными. Нашим учителям, которые буквально открыли для нас новый мир, всегда были готовы помочь и заряжали энтузиазмом, вкладывая частичку своей души. Также хотим сказать спасибо, огромное спасибо нашим воспитателям, ведь именно с вами мы делились нашими переживаниями. Именно ваше тепло помогало нам не падать духом в трудные моменты. Спасибо сотрудникам нашей школы, ведь вы нас оберегали. Вы помогали нам сконцентрироваться на самом главном и не отвлекаться на мелочи. Также администрации нашей школы за хорошую организацию и за возможность реализовать свой потенциал в самых разнообразных сферах, даже не всегда соответствующих профилю нашей школы. Родителям, которые поддержали нас в трудный момент, которые поддержали наши самые смелые решения, они побоялись нас отпустить в свободное плавание. И, конечно же, спасибо большое вам, камышаты, за то, что всегда готовы пойти навстречу, помочь. И кто, как не вы, способны поднять настроение даже в самый напряженный вечер перед экзаменом и создать ту неповторимую атмосферу тепла и уюта, которая всегда царит в нашей школе. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто стал нашими спутниками на протяжении всего учебного пути. Мы уверены, что всегда будем гордиться нашей школой. Всегда будем помнить о нашем камышатском братстве. Спасибо за внимание. А сейчас на сцене опять выпускники. Встречайте Комсотряд 2018. Кстати, расскажу тебе о том, как прошел мой последний экзамен в летней школе. Все, сейчас будет последнее собеседование в летней школе. Я готов. Все-таки двойка. Вы, может, пересмотрите решение? Ладно, 3, но с минусом. Yes. Знаешь, Фрол, раз у нас сегодня такая ностальгия, я вспомнила, как впервые познакомилась со своими соседками. Давайте знакомиться. Только очень тихо. Я Айка. А я Злата. А я Артемка. А я Артемка. Ночной. Быстро спать. А ведь знаешь, Фрол, в камыше я научилась добиваться поставленных целей любыми способами. Слушай, Сима, а ты помнишь, как мы ходили на зарядку? Нет. Да вот и я не помню. Зато помню, как ходили на собрание культоргов. Стоп! Все, мы поняли, что гуляш отличается от поджарки. Может, уже начнем собрание культоргов? Так есть еще и бефстроганов. Знаешь, Фрол, мы там развивались не только умственно, но и физически. Чё, подкачался, что ли? Так я тоже!
объединяет людей из разных городов и даже разных стран. Это та школа, которая исполняла наши мечты и которая впервые заставила нас ставить перед собой важные цели, к которым в течение нескольких лет мы упорно и усердно стремимся. Мы никогда не должны забывать наших соседей, друзей, воспитателей и преподавателей. Все наши пары, то есть лекции, семинары, а также экзамены. Ведь это всегда врезается в нашу память. И главное, чтобы ФМШ оставалось в наших сердцах. Ведь ФМШ – это навсегда. Ученику 11-4 класса Колкеру Максиму и ученице 2 класса Кисловой Полине.
Ну вот, наш праздник подошел к концу. Идет небольшой мелкий дождь. Это хорошую, дальнюю, настоящую дорогу. Мы всех приглашаем на улицу фотографироваться.